Майлз, мы встречаемся сегодня? Ты мне так и не ответил. А, да. Прости, я что-то совсем замотался, но сейчас свободен. Где? Класс, угол 78 и West End. 78-я? У научного центра? Что там? Увидишь. Не опаздывай. 78-я и West End. Там и узнаю, о чем она. Лучше поспешить. Нельзя заставлять Пину ждать. Нахожу источник. Так, теперь надо их выследить. Зачем им эти щиты? Пугать горожан? Подполье! Реклама не врет. Подполью начать свои брошюры печатать. Доникаста. Бывало так, что какую-то историю вы не могли выкинуть из головы? Может, сцену из фильма, броски заголовок в газете или подробный рассказ подружки о до жути неудачном свидании. В общем, в моем случае это история с подпольем. Кто они такие? Чего хотят? Вопросы элементарные, но ответов на них нет. Подполье ворует, нападает на всех подряд. И на мафиози, и на простых бизнесменов, и делает это с применением новейших технологий. Я продолжу копать эту тему, так что если вы что-то знаете, обязательно мне сообщите. До встречи и не забывайте, не сливайте кофейную гущу в раковину, она реально забивает трубы. Ну, пока! Сегодня чего-нибудь... Он из-за этого я тебя затащу! Я промазал! Он вернулся! Обратно!
дальше. Ну или просто не совершайте преступлений. Посмотрим, что задумали подпольщики. Надо быть ключом. Теперь нам все, конечно, станут завидовать. Тут нас его вырубили! Так, ищем всех! Что-то я торможу. Надеюсь, ты знаешь, что мы захватили его территорию. Пусть боится. А? Есть тут кто? Повезло тебе. Прости. Все в порядке. Я с тобой. Тут нашего вырубили! Да. Вот! Передай. Запрос. Кто-то ворует продукты из фургона пира. Что может быть хуже, чем грабить машину пира? Человек, помоги! Я здесь. Держитесь! Кажется, они позвали друзей! Мужчина, ты никто не пострадает! Если отдашь нам груз, то мы тебя отпустим! Уходи, а то копы тебя вопросы замучат. Мы полиция, а не отряд уборщиков.
Хо-хо-хо! И у нас первый дозвонившийся уже лезет в дымоход. 3-4, вы в эфире. С Джеем, Джона и Джеймсоном. С праздником вас, Джона. Что вы думаете о новых проектах Роксона в Гарлеме? Новые рабочие места или война с малым бизнесом? Очень хорошо, что вы спросили. Несомненно, Роксон Плаза – настоящее воплощение американского гения. Зеленая энергия для любителей природы. Новая прорывная технология для Уолл-стрит и рабочие места для местных. В прошлом году из-за дыхания дьявола мы столкнулись с ужасной трагедией. На восстановление ушло время, но в Роксоне особенно отличились. Вложили миллионы и создали шедевральный объект в районе, который, будем честны, не отличался особым развитием. Я считаю, Роксон Плаза – рождественский подарок жителям Гарлема и всему Нью-Йорку. Я понимаю, кое-кто боится перемен. Но это перемена к лучшему. Поверьте Джею, Джонни, Джеймсону. Джаред, не 3 куска сахара, не 1 кусок, 2 куска. Я 40 лет уже пью только с 2 кусками. Не поступай так со мной больше. Давай кулак! Бум! Клёво, чувак! Прекрати! Наконец-то достойный противник! Все! Держите меня, Кеда! Тормози, шмалявка! Эй, руку! А, блин! Не успел придумать крутую шутку, наконец! А, проехали. Если бы не ты. Ужасные люди. Хорошо, что их арестуют. За каким-то угонщиком не успевают. Гарлем. Мне совсем не стыдно воровать у подполья. Некогда мне болтать, Человек-паук. Сидел уже... Боже мой! Перебои с энергией. Закрытие магазина. Thank you.
Сойдет. Привет, Даникастеры! Многие спрашивают меня про Роксон. Кто они такие и почему они отстой? Быстренько расскажу. Саймон Кригер стал боссом Роксона после изобретения Нуформа, своего сверхсекретного источника энергии. Теперь они планируют установить свои реакторы по всему городу, начиная с Гарлема. Это вкратце. Но вот проблема. Безопасность Нуформа никем не доказана. Ни правительственными инженерами, ни медиками, никем. Вообще. Роксон утверждает, что свойства Нуформа являются коммерческой тайной и потому не хочет давать к нему доступ. Удобно, да? А ведь люди имеют право знать, что за штуку им навязывают. У кого остались вопросы, пишите. И не забывайте, что нужно пить минимум 1,5 литра воды в день. Пока! Какого черта? Кто-нибудь помогите! Кто-нибудь помогите! Со мной так не выйти! Иди сюда! Человек-паук спасает праздник. Не знаю, как и благодарить. Да не за что. Я отметил место на карте. Спасти грузовик Пира. Приюту нужны припасы. Осторожно! У них подмога! Подмога на припасы! Привет! Нет! Уходите! Готов стрелять! А вот и они все против меня и водителя. Нужна помощь! Я прикрою! Открывай дверь! Я пора запросить не буду! Я обратно не хочу! Ну же! Он не должен победить! Теперь молись!
можешь выходить. Мы всегда дружили. Готов стрелять! Знаю, многие из вас, швабриков, любят слушать это шоу в метро по пути на работу. Лично я изо всех сил стараюсь избегать этих загаженных фекалиями тоннелей смерти. Но Джаред сообщил, что недавно из-за отключения электричества встала вся Гарлемская ветка. Я рад объявить, что движение полностью восстановлено. Но также я узнал и не удивился, что люди видели, как во время отключения новый Человек-паук возился с техникой в депо. Я уже слышу среди вас фанатиков, которые жалобно стонут в телефоны. Но, Джона, ясно же, что Человек-паук устранил проблему. И бла-бла-бла-бла-бла. А давайте на минуту остановимся и подумаем. С какой стати тому, кто может носиться по воздуху, вообще думать о том, что там творится в метро? Если пойдете по следам, они приведут вас как раз по адресу. На угол Паук-стрит и угроза авеню. Торговать оружием посреди улицы? Не дай ему уйти! Он все видел! Надеюсь, это водные пистолеты. Что, нет? Тогда забудь я должен вас остановить. Уходим! У тебя нет шансов, малявка! Я из тебя дымную сделаю! Я вернулся! А теперь тормозите! Со мной так не прокатит! Нет! Отпускай! Вот и еще одна сделка с оружием остановлена! Ай да я! Гонщикам не успевают. Приспособлю куда-нибудь. Эта тачка точно кого-нибудь собьет! Гоните, парни! Лишь бы до границы штата добраться! Это Человек-паук! Остановите машину, пока никто не пострадал! Сними его с крыши! Да! Тормози же! Я не пойму, эта машина золотая, что ли? Тощих уродов вроде тебя я валю пачками! Я...
будете знать, как играть в шашки. Хватало праздничной лихорадки. Новость дня. На нас ползет тропический шторм-ураган. Ну да, прямо как в том фильме про корабль, потопленный бурей. Упс, спойлер. В общем, сейчас самое время жертвовать приютом. Ведь если придет буря, многим понадобится помощь. До встречи и не забывайте проверять свой кредитный рейтинг. Вам положен один бесплатный отчет в год. Тратьте с умом. Пока! Этот щит явно взломан подпольщиками. Значит, они где-то близко. Навожусь на цель. Засек сигнал. Пора туда. Засветить свою эмблему на рекламном щите. Сильный ход. Подполье. Реклама не врет. Привет. Есть советы по маркетингу. С кем мне поговорить? Дружелюбный сосед Человек-паук 1, рекламная служба подполья 0. Взяли заложников и перекрыли улицу. Перед возвращением на плот. Yeah.
Соникаст снова с вами. Вы, наверное, знаете, что на выборах в городской совет я болею за Рио Моралес. И сегодня я беру у нее интервью. Без шуток. Мисс Моралес, спасибо. Спасибо за приглашение. Я обожаю ваше шоу. О, спасибо. Итак, расскажите, чем вы лучше нынешнего советника от вашего округа? В отличие от своего оппонента, я живу в этом районе и хорошо знаю его жителей. Я хочу, чтобы Гарлем был ярким и безопасным, как во времена моего детства. Роксан Плаза была выстроена в согласии действующих властей. Одно это подрывает все доверие к ним. Да, согласна. Другой вопрос. Вы школьная учительница. Зачем вы пошли в политику? Все дело в том, что я люблю свой дом и никому его не отдам. Во время нападения Мартина Ли на ратушу мой муж погиб, спасая людей. В память о нем я буду сражаться за своих друзей и соседей так, как умею. Удачи на выборах и спасибо за интервью. Данифаны, в течение следующего часа мисс Моралес отвечает на ваши вопросы в моем блоге. До встречи и помните, регулярные дыхательные упражнения полезны для ваших мозгов. Ну пока! Бросьте! Я вам не дам забрать эти деньги! Это ж пацан Бау! Бей его! Ёпаста! Проиграешь! Я вам так положим! Один ноль в пользу Человека-паука. Поверить не могу, меня спас Человек-паук! Я всем расскажу! Да не за что. Это не для пейнтбола. Он нас видел! Вали его! Извините! Люди внутри не одобряют незаконную продажу оружия! У тебя нет шансов! Ты друг! Защищаем район от оружия Роксана в стиле Человека-паука. Подполье обустроилось тут втайне ото всех? Неплохо.
Как бы ни пытались Человек-паук и его подручный испортить праздник, я здесь, и я представляю вам лучший ваш подарок за этот день. Меня, Джея Джону Джеймсона. Разве я не лучше старого толстяка, который вламывается в чужие дома? Мы принимаем звонки, так что звоните нам и проведите Рождество с Санта-Джоной. О-хо-хо. А я пока отхлебну свой горячий... Минутку, Джаред, где мои маршмеллоу? Кончились? Как они могли кончиться? Друзья мои, Рождество нас нынче не балует. Но мы выдержим. Звоните. Губы они... Так умей! Живым ты отсюда не уйдешь! Кажется, я тут всех отгероил. Спасибо тебе большое. Я рад, что оказался рядом. Сомнительная сделка с оружием. Он нас видел! Вали его! Надеюсь, это вольные пистолеты. Что, нет? Тогда я должен вас остановить. Эй, же круче его! Я тебя растопчу! Защищаем район от оружия Роксона в стиле Человека-паука. Полиция разберется. Может, так чувствовал себя папа, закрывая дело. Много работы. Выдели время на отдых. Да!
Я зависаю с Ганки, свожу музыку. Постоянно занимаешься, часами упражняешься. Я не буду говорить тебе, что делать, но волноваться. Если я почувствую усталость, обязательно поговорю с тобой, ладно? Ты пообещал. Люблю тебя. Пока. Пока, мам. Люблю тебя. Пусть это будет вам уроком! Короче, не делайте так больше, хорошо? Лучше уйти, пока не прибыла полиция. Они... фанаты паука. Подпольщики тут делают. Беглецы с плота заблокировали улицу и взяли заложников. Спасибо за апгрейд, подпольник. Отлично! Получается смешно! Отойди от машины! Да черт! Так и знал! Не с кем связались! Ты что, мой конец! Человек-паук! Хватит, парни! Мало вам нью-йоркских пробок? Опять Человек-паук! Всем быть начеку! Иди в полицию или не лезь не в свое тело! Подполье. Лично мне. Ломай!
Уходите! Зовите подмогу! Как из воздуха выскакивают! Басова! Хватай молоко! Ты один! Тебе с нами не справиться! Это товар не забудьте, кретины! Просто спай его отключу! Ну все! Пусти нас, и никто не пострадает! Мы не можем проиграть! Черт! Откуда их тут столько? Блин, мы за товаром пришли! Забейте на паука! Открой дверь, и мы тебя отпустим! Можешь выходить. Разойтись и заблокировать район. Спасибо. Можешь идти дальше, лихо летать на паутине. Мы полиция, а не отряд уборки за Человеком-пауком. Подпольщики ковыряются в рекламном щите. Вряд ли это к добру. Сомневаюсь я, что у подполья есть лицензия. Ищу сигнал. Засек сигнал. Пора туда. Засветить свою эмблему на рекламном щите. Сильный ход. Вот и они. Ну и как идет продвижение бренда? Может, подполью начать свои брошюры печатать? Yeah!
срочная новость. Угон машины перерос в скоростную погоню. Последнее предупреждение! Остановитесь! Не отстаем! Стреляй в него! Движутся не нужны! Стой, 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 стой! Откуда вы взялись? Отвали, парень! А ну, успокойтесь! Я исчез! Паук на мушке! Почему нельзя ездить на красный? С тобой грабят сборщика пожертвований. Встретимся в гараже, сегодня надо поработать. Бандиты грабят благотворителей? Не в мою смену! Сюрприз! Тебя это не касается! Такое чувство, что тут полгорода по кусточке! Я готов тебя на пути! Проваливай, пацан, по уху! Опа, Лудя! Пора тебя проучить! Будет больно! Так и вижу заголовки. Человек-паук – защитник подарков. Ну или что-то менее банальное. Поверить не могу, меня спас Человек-паук! Я всем расскажу! Да не за что. Что эти подпольщики тут исключительно с мирными и законными намерениями. Поспи. Пришел за припасами, Человек-паук! Хрен тебе, а не припасы! Чтобы я проиграл! Может, оставить записку с благодарностью? Да не.
танцуем, паучок! Попался! Будешь знать, как донимать людей. Спасибо тебе, Человек-паук. Сходите к доктору. Пусть он вас осмотрит. Методы, но хорошая техника. Сообщают о погоне за угонщиками. Обожаю возиться с деталями. Цель. Ага, есть захват. Кажется, подполье снова пытается привлечь внимание. Может, им приложение будет? И бинго! Подполье! Ничего себе бюджет на рекламу у подполья! Yeah!
готово! Может, подполью начать свои брошюры печатать? Человека-паука. Не знаю, как и благодарить. Ладно, снова будет нужна помощь? Пишите. Сроки горят, за дело. Неплохо. Пусть это будет вам уроком! Короче, не делайте так больше, хорошо? Лучше... Подполью это ни к чему.
я тут всех отгероил. Спасибо тебе большое. Хорошо, что обошлось. Это последний. Взяли заложников. Я знаю, что с этим делать. Запишись в кружок рисования. Выскакивают!
Откуда их тут столько? Все просто! Хочешь жить? Открывай чертову дверь! Нет, уходите! Хватайте припасы, а им потом займемся! Открывай дверь! Я просто просить не буду! Я с ними разобрался, все в порядке. Кажется, я в безопасности. Спасибо, серьезно. Разойтись и заблокировать район. Я знаю, как это можно применить. Все это оружие совершенно Черт, законно. Это Человек-паук! Бросайте туда! Проверить. Еще одна сделка с оружием остановлена. Ай да я! Парочка идей. Надоела мне эта погода. Срочная новость. Угон машины перерос в скоростную погоню. Остановитесь, собьете кого-нибудь. Пусть не мешает! Да черт, какая безумная погоня! Если вдруг люди пострадают! Это ж пацан-паук! Человек-паук! Это новый Человек-паук! Он здесь! У них что? Друзья-бандиты на быстром наборе? Я тебе покажу! Чего? Куда он делся? Ему не перебить! Я что за фигня? Меня ты не завалишь!
ездить на красный.